Вот таким образом чистим наши персики. Вот у нас 1 килограмм персиков. Порезали мы его дольками. Можно резать кубиками. Можно еще как-то по-особенно. То есть, ну, как вам нравится. Мы порезали вот так. И засыпаем 1 килограммом сахара. В общем, 1 к 1. Итак, включили сейчас маленький огонь. Вот такой буквально мини-маленький. Там его еле видно. И сейчас пускай потихоньку персик пускает сок. И сахар одновременно будет растворяться. Вот таким образом кипит уже наше варенье на маленьком огне. Снимаем пенку обязательно и продолжаем варить. Да. Продолжаем варить варенье? Продолжаем или нет? И вот спустя полчаса мы забросили сюда где-то вот столько вот, вот такой кусочек лимонной кислоты. И все. Или пол лимона можно добавить, но все-таки лучше лимонную кислоту, для того, чтобы варенье ваше стояло и не засахарилось. И сейчас где-то через минутки две выключаем, и можно заливать в банки, и вуаля, готово. Надеюсь, что этот рецепт вам понравился. Если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, будьте счастливы. Пока-пока.